Это то, что мне пришло с Озоны. Всем привет, друзья! У нас тут дискуссия. Леша говорит, что он вообще бы блогерам ни копейки бы не платил, потому что они лентяи, тунеядцы. В общем, ты меня на работу отправляешь? Нет. Ну, только домохозяйка же может совмещать приятное с полезным? Ну, конечно. Ну, вот. А почему тогда не надо блогерам деньги платить? Ну, не все. А, ну вот ты уже переобулся в воздухе. Леш, ты мне дай петличку. Мне сегодня пришла наконец-то петличка, шла 2 недели с Озона. Она у тебя где-то, Леш, в сумочке. В сумке. Я должна полезть к тебе в сумочку? Да. Хорошо, вот. Кстати, мы эту петличку сейчас, наверное, и из этого им. Скажи мне. Попробуем, что она из себя представляет. У меня никогда такого не было. Вот. Сейчас откроем и посмотрим. Сходили мы сегодня с папой в магазин. Накупили всякого нужного и ненужного барахла. Продукты сегодня мы не покупали, потому что мы ходили чисто по хозяйственной части. Так. Купили вот какую-то такую железку. Ну, я не знаю, что это такое. Это пилка по какому-то железу. Купили вешки вот такие карабины, потому что она у нас все повыгибала. В общем, проворонили. Оказывается, коза у меня 3 дня была бешеная. Надо было ее к козлу вести, а она это. Сегодня она уже нормальная, короче, сегодня ей уже козла не надо. Сейчас будем 2-3 недели ждать, пока она опять захочет. Капец вообще. Туалетная бумага Зева, комфорт. Это тоже очень нужная вещь. Так, ну это зубная паста. Ну тут какие-то всякие ключики, железочки. У нас дела делаются, ремонт делается. Потихонечку все делаем. Это мы взяли. Это я семена взяла. Креон себе. Без него мне вообще никак. Это бинт, потому что в доме нет бинта. Семена мы сейчас разберем, и сейчас я пойду сразу сажать огород. А то я никак, бедная, успокоиться не могу. Эта штуковина, в общем, получается, не смогли мы сделать этот слив на стиральную машину, потому что его в принципе нету. И сейчас стиральная машина стирается и в данный момент сливает в унитаз. Это Леша будет делать все, чтобы по-человечески было. Ну, что-то там отрежет, что-то прикрутит, и будет слив нормальный. Это надувная ручка. Дети оторвали, да. Вот. Леш, ты покушала, дочь? Да? Молодец. Что, из железок все? Нет, не все. Вот это что у нас такое? Шестигранный набор. Шестигранники. Это тоже Леша взял себе, я не знаю для чего. Вот. Нам по математике задали цирку нарисовать, я уснею. У тебя получилось? Я рисую, да. Да? Да. У нас папа циркулем вообще отлично это рисует. Надо, чтобы он тебе, если ты не можешь, показал. Я хочу цветочек нарисовать, я ты знаю, как рисовать. Мордашку хорошо мой, покушала, не это. Я знаю, как цветочки рисовать, меня папа научил. Папа научил? У нас да. Папа вообще чертит отлично. Он чертит. Пакетик, где у нас мусорные мешки, унеси. Ну, у меня нет. Так. Купили мне лопату и черенок. Черенок на улице. Это мне в огородные дела. Так. Потом мы купили наконец-то нормальную сетку. Прям такая она добрая. Сегодня шашлычок будет. Да, сегодня вечером будем, кстати, шашлычок жарить. Захотела шашлыка. Дети упросили папу пожарить мясо. Мясо он уже замариновал. Вот. Это уж хороший пакет под это. Под мама, ну, так, ну и свекла, бананы, потом морковка нам и козоньки нашей. Козонька любит морковку. Что еще? А ну и все у меня тут. Лапша, гречка, крупа, тра-та-та. Просто крупы. Ничего больше. Еще семечки. Давно у меня под... Ну, я кремон купила, поджелудочная, в принципе, нет.
И колбаску, колбаску. А то у нас Ксюша без колбаски утром не может. Да он тебя трогает, что ли? Посади его на место. Он тебя кушает? Так. Все, крупы доставать не буду. Это мы сразу на место сейчас все положим. Тут пшенка. Всего-всего понемногу. Рис. Так, ну и что у нас тут осталось? Это стаканчики папа купил. Свете домашнее задание задали. Посадить какое-нибудь растение. Так. А циркуль забрала, Ксюша? Кого? Новый циркуль. Мы еще циркуль Жене купили. Женя циркуль сломала. Я не знала. Я что-то его тоже найти не могу. Мы его что, где-то потеряли? Ну ладно, не суть, сейчас поищем. Так, купила. Укроп. Укроп какой-то. Обилие кружевных листьев. Это я буду сажать в зиму. Это я сегодня прям сажать буду. Вот. Потом еще в зиму я посажу чуть-чуть морковочки. Амстердамска. Понятия не имею, что это за морковка. Потом чуть-чуть свеклы. Это тоже в зиму все будет. Петрушку взяла. Кудрявую. Еще другая петрушка. У меня там пакетик есть. Вот. Лучок. Сивок. Это мы сегодня все посадим. Вот. Вам обязательно покажем. Потом там у меня еще есть. То есть Света мне дала лук, который на зелень такой, перьями. Вот, семена. У нее свои семена. Вот. Его еще посажу. И Викторию посажу. Это Виктория тоже, тетя Светина. Кто не знает, канал называется «Жизнь на пенсии с нуля». Заходите, смотрите, ссылочку оставлю в описании. Так, ну все, это мы посадим. А это то, чего я так долго хотела и никак не могла себе купить. Мне все денег было жалко. Вот, сейчас мы это дело распилим. А, еще купили вот такую скатерть. Я ее уже постелила. Такая ничего прям. Эту старую хозяйскую выкинули. На помойку. Распилила. Леш, я твоей пилкой распилила свой заказ. Леш, ты дома? Дома. Он спрятался. Вот такую штуковину себе купила. Сейчас буду записывать видео вот с этой штуковиной. Сейчас разберусь, что она вообще себе представляет. А, это микрофон. Да, да, это петличка называется, да. Боже ее. Это потому, что когда я что-то готовлю или на улице снимаю далеко. И меня, да, плохо слышно, как из этого. Ну, это нехорошо. Уже мне несколько раз писали, что, ну, как бы, что-то сделать со звуком. Какой маленький. Вот такая вот красота. Сейчас мы с этой красотой разберемся. А он еще на зарядке? Он должен быть сейчас заряжен 100% на 100%. Вот, там есть аннотация. Это вот так вот цепляется. Вот так вот. А здесь показано, что... Вот, ну и все, я настоящий блогер. Штатив большой купила. Петличку купила. Ну, раз богатею, куплю камеру. Сейчас будем разбираться, да. А, да. Это зарядка, да? Да, давай отключим, сейчас мы разберемся, как это работает. И уже увидимся в огороде. Вот так вот я посадила Викторию и прикрыла сверху сухой листвой, потому что на ночь обещают заморозки. Вот где-то я на Ютубе такое увидела. Должна пережить зиму. Вот. Побежала теперь лучок сажать. Мне Леха уже ждет. Лучок. И зелень. Ай! На козу! Че она там творит? На ванне танцует. Да она замерзла, наверное, Леш. Че у нас время? Потому что мы ее сначала заведем, а? Она замерзла, смотри. У нас тут это ей в сарай надо. Видишь, она забралась повыше. Сильно мерзла? Нет?
Окей, нас видно. Все, начнем пучка. Начнем с сивочка. О, уже вообще прям темно-темно. Уже темно, ничего не видно. Ну, в общем, посадили здоровую-здоровую грядку. Всего-всего помаленьку. 10 метров грядка, да, Леш, туда? Ну вот. Не, это-то больше сейчас. Больше 10 метров? 12 где-то. 12? Ну, а, 10. Ну да, он еще на одну полосочку больше сделал. 12 метров грядка, да. На ней сивок посеяли в зиму. Маленько морковки, маленько свеклы, укропа, петрушки, что еще? Батун, да. Ну хватит? Ну, не, я бы еще что-нибудь посадил, просто больше ничего нет семян. А что еще-то? Я не знаю. Редиску рано. Ну да. Ну все, давай, сворачиваемся в дом. Ну, уже почти готов. Конечно, чуть-чуть. Вот эти крайние. Да, да. Красота. Свининка. Можно еще такое сочное блюдо. Да, попробуем. Всем привет. У нас сегодня такой вот ужин. Папа готовил шашлык. Ксюша готовила салат. Салат. Да, мама ничего не готовила. Мама обнаглела, да, папа? А я тоже не готовила. Нормально. Давайте, все, давайте кушать. Женя еще со школы не пришла. Ну, потом Женя придет, мы вторую сетку разогреем. И я тоже Жене сяду покушаю. Давайте, накладывайте, там еще есть. Я видела. Кушайте, всем приятного аппетита. Я вот два вкуса. Да, шашлык и свинину мы уже 100 лет не ели, если честно. Да, но очень. Ну ладно, сейчас ты говоришь 100 лет. Ну, блин, мы не жарили из свинины давно. Ну, мы уже давно не ели. Да. Как похолодало, так и перестали жарить. Ты вот эту фигню острую есть собрался, да? Конечно. Ксю, неосторожно с ножом? Да, да, я знаю. Пойдешь? Всем привет, друзья. У нас утро следующего дня. И вот такой вот у нас мороз. -3. Я встала где-то час назад, в 5 встала, меня собака разбудила. Было -2. Сейчас уже -3. Что-то, чем ближе к это, видать, к
утру, тем холоднее. Поставила уже варить мясо. Сейчас буду пенку снимать. Буду сегодня борщ варить. Первый, второй, в общем, по полной сегодня буду готовить. Потому что вчера все подъели. Уткам сразу все приготовлю. Раз мне не спится, буду заниматься. Мои все спят, дети спят, Леша спит. Вот я переживаю теперь за Викторию. Викторию у меня там не замерзнет. Сейчас солнышко выглянет, пойдем смотреть, что там творится. Все, пенку сняла, бульончик прозрачный. Сегодня будет у нас борщик. Люблю готовить, когда все спят в тишине, в покое. Сейчас наготовлю сразу на весь день. Кашу молочную сварю, на ужин сразу сварю. И пускай стоит. Потом вечером все разогреем и все. Сразу порежу мяско на гуляш. Говядину в этот раз покупать не стали, потому что цена заоблачная. Филе говядины, мякоть стоит 700 рублей. Это же офигеть надо. Ну, в общем, мы решили, что мы взяли свинину, курицу, а говядину компенсируем утками. Вот этими, которыми белыми утками. У них же мясо похоже на говядину. Так что... Говядину у нас теперь заменят индоутки. Кот орёт. Сходи, не кричи. Сейчас я тебе что-нибудь дам. Сейчас. Не кричи. Сейчас покушать приготовлю. Потом надо будет сходить до магнита, потому что я вчера оставила в магните... Когда распаковку снимала, оставила в магните черенок, черешок, как его правильно называть, не знаю, вот, от лопаты. В общем, вчера не день был, а сказка. День у меня вчера начался с того, что я упала с дивана. Что приснилось, не могу понять. Упала, очень сильно ударила затылочную часть об батарею. Вот. Синяк. Синячина, рука синяя, как будто бы меня за руку таскали, не знаю, видно на камеру, нет. Вот. Не пила, я не пью, если кто подумает, я не пью вообще, от слова вообще. Вот. Потом пошли в магазин, того купили, сего купили, походили. Под конец купили овощи, мешок картошки мы вчера покупали, но мы его не показали, потому что мы его сразу прибрали. Вот. И, видать, пока мы там в овощном отоваривались, я поставила мешок с порошком стиральным и прям в овощном оставила. Пришли домой, распаковку сделала. Порошка нету. Думаю, да что за фигня такая, блин. Вернулась, забрала порошок. Пришла домой, Леша берет лопату и говорит, где стоит-то, говорит, этот черенок, черешок, блин. Как он правильно, не знаю. Вот. Где, говорит, он стоит-то, говорит, типа, я сейчас лопату тебе сделаю. Хватились туда-сюда, а его нету. А мы его оставили в магните. Я не знаю. Короче, день был вообще не мой. Вообще. Потом этот подключать начали микрофон. Я кое-как разобралась. В общем, испсиховалась и сказала, не трогайте меня нафиг. Делайте, что хотите сегодня, от меня отвяжитесь. Вот они сами вчера хозяйничали. Жарили шашлык, салат делали. Я была это. У меня был вчера вечером выходной. Вот такие дела. Что тебе, мясо надо, что ли? Давай, давай, там, иди сюда. Иди. Так,
Сало мы убираем, потому что сало в нашем доме никто не ест. Это я сейчас сразу на гуляшек порежу. Борщ доварю, кашу молочную сделаю и буду делать второе. А на гарнир, наверное, я не знаю, лапшу сварю. Посмотрим, что-нибудь придумаем. Скорее всего, лапшу сварю. Лапшу уже давно не варили. Мои только бы картошку ели, как колорадские жуки, честное слово. Да ну хорошо, когда мясо чуть-чуть подмороженное. Чуть-чуть. Сейчас мясо вырежем. И начнем овощи резать. Мяско у меня уже сварилось. Капусту скинула. Ксюшка в школу ушла уже. Так. В общем, такое ощущение, что я подпростыла. У меня болит голова и болит горло. Вообще какая-то фигня. Что-то не то. Сейчас обжарю, да пойду кормить уток, козу. Водичку надо натаскать всем. Там, наверное, вода, кстати, замерзла. -3.5 градуса уже. Ну, это сейчас на рассвете, наверное, это похолодает, а потом будет потеплее. Кашку сварила геркулесовую. Она не геркулесовая, а три злака. Борщик сварила. Вот такой красивенький получился. Сейчас пойду всех покормлю. Уточек, козочек. Вот у меня уже гуляшек доготавливается. Лапшу тоже поставила варить. Вот. На сегодня обед готов. Борща нам хватит на 2 дня. И побегу в магазин забирать этот черенок, черешок, потому что, блин, лопату не к чему прикручивать. После мороза листья падают и падают без остановки прям. Вон сколько за ночь нападало. О, замерзло листво. Хороший морозец был. -3. Может быть, ночью еще сильнее было. Вот она и падает, и падает. Сейчас пока вся не опадет. Красота.
как снег идет. Ты что творишь? Пойдем, 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 моя красавица. Ну что ты бодаешь сразу? Пошли. Пойдем кушать. Пойдем. 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 Вода-то у тебя тут не замерзла нафиг, а? На, кушай. Не, вода не замерзла. Так, куда пошли? Я никого не отпускала. Че, кормиться не будем, что ли? Ух, а тут примерзла. Прямо лед. Ну, сегодня вся птица в сарае ночевала. Она чистенькая. А в козюльке сейчас нальем тепленькой. Замерзла у меня эта чеплашка-то, а? Смотри, что делается. Беды, наверное, замерзла вся рада. Ну-ка посмотрим. Конечно. О, что делается? Что заменим? Вы что, есть не будете, что ли? Пошли на подножный корм. Девочки, тёпленьки, надо сено ей. Пока не оттает, сегодня я ее не буду выводить. На, хорошая, на. И морда такая злая. Попей водички теплой, попей. Сейчас тебе сено принесу. Греться пошли все сразу. Сейчас накормлю вас. И куда хочу. Ходишь.
Не закрывать их, пускай они на солнышко потом выходят, греются, сейчас наедятся.